Всем привет! Меня зовут Лен. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам покажу эксперимент. И мы узнаем, что такое гравитация и гидроудар. Для нашего эксперимента понадобится коробка, бутылка пустая, вода. Наливаем в пустую бутылку воды немножко. Дальше нам понадобится скотч. Мы им заматываем, чтобы не порезаться. Наливаем воду в бутылку. Примерно вот столько. Дальше берем. Надеваем перчатки, берем бутылку и киянку. Вот. Так мы разбили бутылку. Теперь разберемся, что произошло. Во время удара между дном бутылки и водой образовалась область низкого давления, так называемые кавитационные пузырьки. Дальше вода стала догонять дно бутылки. Кавитационные пузырьки схлопываются 10 раз быстрее, чем образуются. Поэтому вода догоняет дно бутылки с 10-кратной скоростью. Происходит гидроудар. Он выбивает дно бутылки. Всем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного.